вроде пошла трансляция, гайс, не знаю, дропнула. Обидненько. В лесу, возле значит. Он вот что-то не хочет разбить. Ой, у Стасона сейчас блин будет. Кстати, смотрите на раскачку Стасона. Он больше не пляжник. Да. На пляже завелись медведи. Так, реально, левела, конечно, у них такие секлок, восьмой. Пиздец, мемный левела. О! Девятый сет. Ой-ой-ой-ой, это было сильно. Это очень сильно. Дико извиняюсь. Еще Глимсон... Руны, руны забрать, руны быстро забрать. Так Радиант проебали. Надо забрать руны. Да нет, ну там Радик. А нет, там Радик сейчас, да. Ну, имею в виду, я смотрю на Бадяна и такое. Блин, там я... без раптора левел, как у Бадяна, у Дизана. Не, там реально, когда мне кажется, у СФ все так плохо, ну что он может вообще сделать? Это же совсем грустно. Не, спады на Инте это сильно. Ну, это, конечно, не победа. Мне кажется, Спирит выиграет, если они будут заниматься хуйней. Так, Flight to Moon, мне кажется, выиграет Team Spirit, если они сейчас проиграют эту. И в узерах будет типа Flight to Moon против Team Spirit, я думаю, Flight to Moon их уничтожат. Так что. Да они еще это могут выиграть на самом деле. Не все так плохо. Эти челы очень много ошибаются. В каждых играх. Мог атака. Без эмбера, да? А эмбера нету, у эмбера нет ТП. Блок в инвизе. Ой. Вы псанут, нет? А, не да, связал. Ошибся, да, но все равно убьет. Да. Ну со временем у них все лучше и лучше становится. У них еще и тайвер снизу упал. Так, стоп. Где Радик? ВТФ. А он да будет. Не готов. Не, со в первом БКБ делает, у него вообще все отвратительно. Это фак Вероник уже. Нага драмы делает. Тяжелая, тяжелая игра будет для Радиант. На самом деле, он друид тут. Только на линии хороший пик. Ну чё, вот он БКБ же не соберет. Ну, смотри на пик врага. Я же говорил, он друид, хороший пик. Ну, им нужен был типа 7 кор, который хорошо да, стоит на линии, один. По один. Линии, ой, по игре он друиду, мне кажется, просто хату ломать надо. Да, ну я же имел в виду на пике, когда он должен был стоять и терпеть, типа один. Да. А, они должны помогать СФу и на линии он хорош, базар 0, но... Ну вот. Врага а, все типа, 5 героев выиграют, магии бьют. Если они выиграют второй и третий, типа, ну, о, второй, говорю, мид и топ, то... Ну, лондроид будет полезный всегда. Просто хороший герой с радианцем. Ну да, ну вот, даже если у него все хорошо но было бы, купить. Его челы без айтемов с магией убивают просто. Он худ может взять, почему не? Ну да. Он может на хитку себе взять, о, хвастер. Да, ну когда БКБ появится у Гира, я не знаю, что делать. Много сейчас у них магии. Так реально, БКБ, Аганим, какой-нибудь Мьёлнир, это же супер гиролет будет. Да, еще тут Эмберу, на самом деле, БКБ неплох. Реально неплох. Они просто с Гиром могут вдвоём БКБ. Не, Эмберу БКБ тут полная фигня, ты чё. Эмбер же, кстати, почему? Огромного левела, там все очень хорошо. Зачем ему тут БКБ? Твитлер, типа... спасибо! Даникш, также благодарю, Крендер, его, спасибо, типа, ребятам. А также Кукиш 29 и Фанни Вискас. Ну не, я имею в виду типа БКБ, то что он типа входит в драку сам прям. Типа слип наги. Там они нападают на кого-то, слип сейвит, а он БКБ типа убивает. Если его заслипают и Коги оттолкнут, он же не успеет, да, нажать? Не успеет. Ничего не успевает. Ну вот это да. Тогда БКБ в этом случае нужно. Но это сложно сделать. Даже БКБ не успеваешь нажать от кого. Ты рофлишь? Или успеваешь? Вообще, мне кажется, нет. Ну, они да, вы мне доказывали, что можно стрелой попасть, и ты да, БКБ можно. Не нажмешь слип. Да не...
На чё спорим? Нельзя. По-моему, так бы тоже все нельзя. Использовали. Это слишком сильно было бы. Слип стрела, и у тебя БКБ, и ты не нажал, проебал игру, да, на коре, хочешь сказать? Да. Охуенно. Блин, ну очень печально смотреть на такого СФ, реально, у которого только ПТ, Аквила и БКБ. Там же какой-то еще Dragon Lance должен быть, что-то типа какой-нибудь, не знаю, ну да, яшки. Я не мог себе позволить собрать Dragon Lance в этой игре. Да. Смотря на 5 героев врага. Сейчас драка за игру будет, если вот они дерутся на Рошане. Если они как-то все хорошо сделают за Дайр, то они выиграют. На самом деле это изи Рошан для Radiant, потому что там Нага заступает. Да и дождаться там не надо, на самом деле. Им надо реально БКБ гира. Так им Мэггис ничего не дает особо. А если еще СФ возьмет, то без БКБ полная хуйня. И может Аирис прокликать. Еще и пнул медведь немного. Да, я видел. Клок 9. Да не, они Рейден проиграют. Не, ну я у него хотя бы так. ПТ Blade Mail, что-то у него есть, в общем-то. Драться он готов. Вот им просто надо идти сейчас как-то на ХГ, как-то на рандоме выигрывать драку и после ломать хату. Я если не знаю, как сейчас Рейден сдохнул на ХГ, то это все. О, БКБ у Гира. Давай, накрывай их! У Диза... Да не, он не видел их. У Диза 10 левел, 11 почти. Они... О, минус лай. Так, делать? Врывченко. Ну, БКБ уже есть. Ой-ой-ой. Какая боль. Вот ёбаный. Вроде бы все хорошо начиналось. Угу. Он зря БКБ нажал. Эмбер может крипскипать, ему ничего не сделают. Почему? Да они не пойдут на ХГ. СК. ТП, если по Эмбер приложил еще. Блин, ну Эмбер здесь прям реально, мне кажется, страшный чар. Если он соберет те артефакты, которые в прошлой игре были, Мьёлнир, Шиву, там вот это вот Даггер, то просто что ему сделаешь, что вот уже. Диск еще нужен, да? Диск, безусловно. Без диска никуда. Бля, как комментатор комментирует игры, блядь, будет 5, я уже заебался. А ща забей. И вот есть же игры, которые да неинтересны. Нет, на самом деле, типа, если переключать еще на студию аналитики, если время отдышаться, то нормально, плюс-минус. Но это нужно, понимаешь, это нужно игру для себя интересно делать, нужно хайпить как-то. То есть не просто вот так вот, как мы, ну, тут пиздец. Ну да, вообще полное дерьмо, короче, непонятно, чего они делают, зачем они еще в игре этой остаются. Типа Эмбер выиграет, всем понятно. Ну не а все типа... комментаторы понимают, что там, допустим, и пиздец. Не, комментаторы-то ничего не понимают, это понятное дело. Но их дело не понимать, их дело хайпить, их дело комментировать. То, что на самом деле, то, что сейчас убили гирокоптера, это невероятное событие, которое нужно просто максимально возможным громким голосом осветить. Понял. Вот так вот. Алёх, ну это ты у нас такой. Я могу постараться, но, честно говоря, это будет не натурально, понимаешь? Не натурально. УСФ АДД? Это не так надо говорить тоже. Так, УСФ АДД его возвращает, получается сделать стан, прокас полный дают, айсберг, но у него есть Онегис, есть Онегис, есть ДД, прожимает ДД, прожимает БКБ. Так, и все, неплохо. Неплохо для ЕСПАДРы, ЕСПРОТов. Могут они теперь... задефали они первый подход на хайграунд. Отличная работа. Красавцы. Он на лундриде уже очень сильно отстает. Он Блэдмейл покупает на ЛД. То, что он собирает, это вообще ничего не дают шмотки ему. Чего? Героя вообще не будет. Блэдмейл реально лул. И ты слышал? Почему после он? Этого говорить то, что у Рейнинга есть шансы? Не, нету. Я же сказал, у Рейнинга. Не, я Андрею. Ну... Почему? У Рейнинга есть шансы. Слушайте, ну смотрите, не знаю, посмотреть мне кажется... Посмотреть прошлую игру, перебью тебя, Андрей. То у Рейнинга реально есть шанс. А как вам такой план? Смотрите, значит, он еще и на себя сейчас Блэдмейл берет. И значит, гирокоптер начинает стрелять, флаг. И мистиклэр становится еще. Да. И просто всех убивает. У него в сумме получается 5000 хп Стасик, у его героя. Что ж ты творишь, нахуй? Там Стасончик опять делает это? Пейсит. Ну да, пляжный. Раз.
2. Даже а там еще... Жанни туда, блин, Жанни туда пошел. Так, лондруид, драка, значит, у Стасика большие проблемы. 9-8 секунд КД Сэндшторма. Есть подкоп, но видит его Крип. Так, отлично, один удар от Айсберга. Идет дальше Сон. Сон, Стасик спит. Стасик спит, но есть даггер. У Стасика есть даггер, есть... Скоро будет подкоп. Есть даггер аут, ТП аут. Успеет, не успеет. Боже мой, в сетка минус Стас. Это отличная игра от... Хороший килл для Radiant. Дает надежду. Надежду. Надежду ни на что. Да. Потому что за это сдох Флай снизу. Они примерно равноценные. Ну да, притом, мне кажется, знаете, такой фраг, когда ты всей командой бегаешь за Сан-Кингом. Еще дизморалит. Это еще 2 минуты АФК стоять. Да, не, ну да, 2 минуты. Он 12. Роджер, смотри талант у Гира. На 15-м, заменитель, так сказать. Три флека. Тогда он въезжает в стройку и жмет бараш. Да. Так, подождите, у Эмбера почти шило. То есть, значит, уважаемого герокоптера 330 урона в секунду. Соответственно, 990 дэмэджа он наносит рокет баражем. Да, да, это много. Это хороший урон, это хороший урон. Кстати, этот талант Иллидан брал даже когда был типа талант на флэк. Да, я видел, разочек другой я видел там такое. Я вообще ржал с этого. Это же вообще несопоставимо. Не, ну 3 флэк это очень сильно, конечно. Ну Эмбер очень сильный в лите, хз. Да не в лите. Вообще, я бы хотел заметить, что 3 флэк это безумие, потому что мне вот привычно иногда сравнивать талант с тем, сколько левелов скилла условно он дал. То есть у флака 3, драка. 4, 5, 6. Так, что тут у нас? Комментировать будем? Так, врывается Клокер, неплохо убивает здесь Каймага, но продолжение, кажется, этого не будет, раз стпшиваются да, просто-напросто Еспаржа. Нету крипов нигде, имбекс крип скипит, ничего не происходит. Да, так, попали его на фир, мемный. Есть у него ремнант, 2 секунды остается, да, нормально уходит и поможет продолжать. Так вот, короче, удобно считать, типа, сколько талант дает левелов скилла. А флаг Кэнон талант давал просто ему еще плюс 3 дополнительных уровня. То есть у него на первом 3, 4, 5, 6. Получается, добавили 5, 6 и 7 уровень прокачки флаг Кэнона. Но это слишком много. Обычно поменьше делают. Бля, вот на этих квалах прям миллион пауз во всей каждой игре. Если что. Да, ненавижу доту из-за этого. Короче, есть опция у Radiant. Ну пока рекламная пауза, Андрюх. Слава тебе, да. Надо лондруиду сплитить линии радиком. И заходить по одной, чтобы у них линии были... Да они не могут зайти, Роджер. Не могут. Нет шансов. Эмбер спамит. Гирос стреляет. БКБ они не могут зайти. Чел пишет гол, когда у них стасона нету. И без него выиграют потом. Короче, да и они могут. В принципе, сыром Аегисом. Нет, не могут, даже сыром Аегисом. То есть ты считаешь, что у Radiant вообще нет шансов? Нет шансов. Только если КСФ купит Хекс. Так, Дизраптор, кажется, приезжает. Ну, если так на корне еще идти будет. Я не верю вообще в Radiant вот сейчас. Да блин, не знаю, мне кажется, вот в условиях такого матча всегда есть вероятность, что просто силабир лондруид соберет себе 20 артефактов. Ладно. Жить, умрет. Это конец. Это я ГГ. Не верю. Это ГГ. Он еще орчит делает. Лондруид на такой минуте, если команда не идеально с ним играет, вот реально не идеально, как Liquid, как Secret. Лондруид тебе не ломает хату на 15-й, да, герой. Да, героя вообще нет, он бесполезен абсолютно. Это я не правда. Знаю. Это правда. Вот просто нету кора у них, СФа нету шмоток. У них нет просто шансов. Дэмбер сильный, очень сильный. Блять, если нет героя против него, то хуй знает. Поймать. У него будет Шива, убивать уже нечем, потом... А, он еще БКБ себе в КВ поставил. Прям реально хочет опороться в выживаемость. Так, и опять ты минус Скаймага, минус ну вот что это тебе даст? Ничего. Клок это тоже третий саппорт уже. Нага да, саппорт, да. Сэф саппорт, ой, Джакира саппорт их, и Лондури саппорт. У них три сапа, один кор, который в говне, и один кор, который нихуя не может. Хз, парни, мне кажется, это будет бесконечная игра, где Клокер 25-го левела просто всех задушит.
С этими? С перделкой? Ну да, да, да. Только главное, чтобы он на 15-м сейчас не взял силу. Вот реально, мне кажется, это будет такой большой ошибкой. Ты чё, все берут силу? Что они делают? Не-не-не, надо именно дэмэдж, потому вот чисто, не знаю, взял бы дэмэдж, ой-ой-ой-ой, на удар не хватило. Это просто факт. То, что делает этот чел сейчас на гирокоптере... Да, он должен был сдохнуть за это. Вот просто его... Это... Он помолился перед тем, как это сделать. Видимо, да. Я 15 силы слишком дохуя до этого. Не, да, но я имею в виду, если задумываться сразу о 25 уровне, то батарейки больше дадут. На данный момент, естественно, 15 сил много дают, но... Клок такой герой, то что вот ты врываешься, и, блядь, 25 левелу любой, кто не поленится, сможет уйти, блядь, из твоих ковов. И ты ничего не сделаешь с приделкой, там, БКБ, не БКБ, там, я не знаю. Короче, любой эскейп, и все, и ты клок нихуя не делает. И надеяться на перделку форстав. Такое. Форстав. Форстав, да. Да не, ну понятное дело, но форстав это такое. Но клок, в теории есть форстав и типа ульты всякие. Урон это дохуя, плюс талант на 25-м. Это очень много дамага. Бля, если бы Анян еще реально гений игры, он купит хекс сейчас. Да. Он должен купить хекс. Мне кажется, он должен, да. Но будет. А, он арчит делает. И, вот кто-то из них двоих должен купить хекс, или они проебут. Мне кажется, арчит это... Лай уже дохнет раз шестой один. Да. Блин, я не знаю, честно. Ну, в теории прикольно иметь, мне кажется, саппорта, у которого настолько мало нетворс, очень дешевый байбек, можно там лицом поторговать, пойти там поскаутить. Понял. Но хз, мне кажется, еще одного героя получше иметь, чем такого саппорта. Да я не знаю, в этой проблема клока вот сейчас типа вырисовывается. Да, да. Что, это сап, если он не ебет. Угу. Вот бис, думбы дохуя делали. Да, да, у него было очень много спейса было. Не, ну клок тут такой, обещает быть крепким, конечно. Но они в первой игре тоже так же клока брали, типа. А он кусок дерьма тут, какой крепкий. Его все будут игнорить просто. То, что он может, это убить сапа. А, нет, есть. Ну да, есть раптора нет. Да кого он убьет? Скаймага. Зал не может убить. Не, без форсика, да, он, конечно, тяжело ему тут. Скай он тоже не может. Ну, сейчас, кстати, сейчас вот драка за игру будет. А, нет, не будет. Сент-Кинга вообще не... Ой, ДДшечка еще выпала. Если сейчас Дайр пойдут на Рошана... Они могут сдохнуть сейчас. Так, Нага. Только реально сон. Прыгай! Прыгай! Ну почему ты не нажал сон? Нагу убили. Сразу байбек, Сайлент тут. Ну, Сайлент с Ирон, там все нормально, в общем-то. Ничего не будет. Если они просто убегут, то это будет нормально, на самом деле, реально. Да. Посудить. Они развели. Ой-ой-ой-ой-ой. Гиролет без БКБ. Это шанс. Да. Да. Они просто давят. А, они Аегис выбили, слышь. И еще и ТХД убили. Так, ну что, надо байбекаться Гира точно. Надо, да. Хотя? Мне кажется, они без Гира додехать, если честно, с эпицентром. Они просто могут заберсить одного героя и все. Не, они не зайдут. Им просто надо со всех скиллов дать все скиллы в одного героя, убить его, и все, они уйдут. Да блин, я не знаю, по-моему, уже огромный СФ, он сейчас может... Он бабочка. Нет. Так он еще, у его станет СК, у них нет ни одного форстафа. Возьмёт ни одного призы. Вообще. Туда, типа, Скай кидает все скиллы. Блин, не знаю, по-моему, вместо того, чтобы на руну сейчас идти, лучше бы убили бы тавр в миде, пока нету гиролета. Мне кажется, они его не смогли, если честно. У них есть глиф, они не видят СК в позиции. Короче, есть вариант, как выиграть игру Radiant. Купить аганим на медведя и просто его на другую линию посылать, а СФ будет бить другую с командой. Так и что, этого медведя легко задефить? Так секрет выигрывали игры. Керасочка. В смысле легко? Ты на нем пока до БКБ ломаешь хату. Вот еще, кстати. Guys. Это невероятная ошибка, мне кажется. Вот сейчас была прям реально жесткая от Сайлента. Ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле, если бы они сейчас убили Диза без байбека, они его убили. Ты про талант, Андрей? Да. Так а что, талант себе такой берут, Андрей? Опять же, я, конечно, не эксперт. Но, по-моему, когда у тебя будет батлкрай кулдаун 20 секунд, и ты его будешь, он будет БКБ делать, это же такая имбища. Да, тут конец игры уже. Вообще, это он не тот талант еще взял, по-моему, до 15-го, или тот. Ну-ка, что там? Я помню, Эйс брал правый,
Да, Savage Roar. Это когда он рейнджовый берет. Да, да. Кстати, типа малой говорит, у него кулдаун Savage Roar он юзал, а там КД 8 секунд. Мы такие бежим, и он просто на нас жмет и убивает. Я не помню, что это за игрок с Сибо. Ну, секрет это как это было. А вы знаете то, что если... Теперь там я вряд ли был, он выдадал. Если прокачивается медведь, ну, условно, там, с 3 на 4 уровень, то у него кулдаун Savage Roar пропадает. Да, да, да. Ну, и на корне тоже. И на корне, и на стан. Ой, на стан, говорю, на ТП. Понял. Также Бульдог делал в 2013-м. Че, левайте? Оставлял скиллпоинт, юзал корни, перевызывал медведя, еще раз юзал корни. Да, жестко. Блин, ну все, это неостановим уже, по-моему. Тут уже нет ни единого шанса на победу. Есть, есть, есть. С Аганимом. Но не, нет, уже нет. Да уже нет. Сатаник на СФ, а есть шанс. Не, нет. Ну как, какой шанс? Сатаник, рапирки там всякие. Когда... Какой шанс, когда вот с геркоптера сатаник? Как и кого убить? Нет, есть шанс, есть шанс. Официально есть шанс, если СФ убьет с двух крипов геркоптера. Правда. Давай похайпим. Окей, шанс есть. Как-то было не позитивно. Лай опять сдох. Во, делается аганим сейчас на лондруиде. Будет бегать, будет пушить. О, он меня услышал. Правда, он пояс силы купил, но ладно, он не помешает, в принципе. Не, сила не лишняя на этом герое, конечно. На любом герое сила не лишняя, вот что можно сказать. Ну, я бы не отказался. Да. Так, гем есть ноги сирены, знает то, что шел вверх, будет лишь скан. Скан, кажется, да нет, нет. Да нет, Тасона есть... не поймать, Тасона отдыхает. Есть скан, есть же скан. Тасона не поймать. Да, и сейчас он отдыхать с крипами. Кстати, мне кажется, в этой игре на гирокоптере ему не надо делать. Мелшторм? На его месте я бы манту просто купил. Если честно, уже вторую игру подряд саппорты Flight of Moon особо ничего не делают в игре. Ну, потому что они ничего не могут сделать. Ну, ничего не может сделать Нага. Ничего не может сделать Джакира. Ну, драфт такой. Ну да. Да не с начала игры все очень хуево сделать. Вот играешь против бучего FA или еще кого-то, блядь. Ну тё да, в него да. Надо кидать. И в него надо все дать, тупо задушить его сразу в начале драчки. Против Маруна, блядь. Против, я не знаю, еще кого-то. Против Лива. О. Вот. Гайс, гайс, гайс. Просто все ульты надо в него. Мне кажется, что. Шансов... Тасон отдушит. Шансов-то больше становится. Сейчас на 20-м уже взял. Так, где Стасик? А Стасик туда сделал. Короче, у SF уже еще плюс дэмэдж от душ. И, собственно, да и Даллас появится. Там реально два крита каких-то шальных. И может что-то получиться. Когда кончается БКБ, он не сделает ни одного удара, Андрюх. Но у него БКБ 5 есть. Секунд. Я понимаю, так и есть. Но тем не менее, это и есть. И он даже никого не убьет. У гирокоптера, ну, типа сатаник. У Эмбера 28 армора. Да. Только сапов. Да. Да, Стасик тоже не убить на самом деле. Никого не взять. Но тем не менее, немного хайпа не помешает, конечно же. Ну да, да. Догоним нужен на медведя, они выиграют. Прыгает Нага со слипом, и в это время медведь ломает хату. О, кстати, да. Каждый раз так делает. Медведь только еще этому дохрена нужно, чтобы так сделать. Ну и блин, я не знаю. Он фармит все. Кулдаун батлкрая все-таки. Ну хотя, нет, ладно, окей, я ретард. Он только нужен, если. Аганимом он юзлос. Да, если дефится хайграунд как-то нормально, и ты типа не можешь бить его без БКБ на медведя, тогда прикольно. Хотя там удар уже такие шмотки, что им похуй на медведя будет. Ну да. Просто. БКБ огоним бы медведя. Были бы шанс. И инвокера еще союзного с алакритем. Да. Боже мой, инвокер летит на спирит Бира. Сейчас внимание, ребят. Летит на спирит Бира, алакрити кидает на него, вызывает форжей, нажимает рефрешер, алакрити на форжа и ТП аут. Да. Сказочно. Реально сказка. Так, а вот, кстати, и Клоквер тот самый. Вроде худ,
Blade Mail, все вроде хорошо, он но... Пошел по миду уже, побыстрее проебать хочет. Ну да-да-да. Блин, 2000 дэмэджа от Скаймага, 2000. Вейл, Кая, все понятно, и ульта третьего уровня. Я бы блеванул в этой игре на клоке. Так, я сходил. Стоп, а почему, почему не сдох Скаймаг здесь? Забыл поставить эту штуку. От Blade Mail? Да. Кстати, хороший вопрос. Противление к магии 28. Почему он не... Непонятно. Не, я серьезно, что случилось? Ебучая дота, почему нельзя... Лимера нету. Короче, нажимаю на эту вот кнопочку, минус 10 секунд, и у меня дропается дота, кайф. Так нельзя ее отдых нажимать. Нельзя нажимать много кнопок в этой игре. Включая, она, кстати, уже... найти матч тоже. Она уже... Он башер купил! Ну это что, плавить? А, БМ под конец нажал, все понятно. Ну шо, поехали. Тут есть Данилыч, есть Дайдалус. О! Смотрим. Третий Ашан, только не отдать. Так. Во, первый пошел. Так, раз, критуля. Ну, мало, слабо. Так, гирокоптер БКБ сатаник пожал. Не такая хуевая драка для Рэдиан. Очень даже не хуевая. Но без Blade Mail уже ворвался. Так, сон жить! Он живет, 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 живи, пожалуйста, пожалуйста. Да что вы, чувак, будет чё? Ну и... Да. Хотя на гиролёта разменялся в целом Айсберг, но тут, конечно, да, с Эмбер Спириту ничего не сделал. Медведя, медведя убьют, и он, мне кажется, умрет. Да, убейте медведя. Он умрет. Ну, да, умер. Подох. Ну чё, третий Рошан надо забирать. Ну, все, Еспаржа выходит. О, Флай тупо пошел в соло. Душить раков. Три давай, левела. Давай, 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 дальше еще. Вот только что за Скай 3 левела получил. Добавить, добавить, Андрей. Лол, кстати, натуре 30% экспы еще. Чё там будет, 20-й, можно ГПМчик взять. Кто там вебекалс, клок? Скай. Клок, не вебекалс. Скай, Скай. Нага байбекалась. Флай байбекался. Два байбека на саппорт. Блин, я вот тоже на самом деле не понимаю, почему на Наге у него нету цели сделать аганим. Это же супер имбовый айтем. Просто супер имбовый. Да Нага вообще имбанутый где-то. Зачем тебе этот лотус? Ну в теории окей, можно снять там чейны и так далее. Бля, сейчас столько сделал, все баунти забал, побегал, все линии распушил. На самом деле вот эти ТХД в играх таких могут купить хекс и зарешать. Чуть 25 левел за спада. Да, этот Эмбер может не ожидать такого. На самом деле сейчас любой килл сапа для дайр очень много дает. Будь это нага, типа, или ТХД. Это лишний контроль. Сейчас хекс будет у Эмбера. Блин, я, кстати, не знаю в доте ничего печальнее, чем талант Клокворка на 20 уровне. Ты вроде берешь 20-й и думаешь, сейчас заживу, значит, подрос, но... Ну чё, ракетку? По факту, конечно. Эй, с тобой знаешь, кто поспорил бы? Баунти Хантер саппорт на 20-м. Ой, как они убьют, серьёзно? А, там крит, у кого, крит же надо, я так спит, что ли? Или... Там крит и плюс 75 шурикена. А, ну да, кстати, реально. Это, по-моему, хуже. 15, да, есть претендент. Ебать, у БХ это худшие таланты просто. Блин, ну на 25-м зато очень сочно. 300 голды с трека или 50% мисов, здрасте. Там 50, а не 30. 50, я говорю. 300 голды с треком. Ну ты просто сказал 30. Тайм. Так, ну смотрите, сейчас, значит, у нас получается шо? Айсберг, ледяная гора, сатаник все делает? Блять, он в лимере, серьезно? Надо флая убить, обязательно. Так, так, это так, очень так, хороший килл. Это очень хороший килл. Ой, какой я спас. Так! Блять, они два без байбека. Раз, два. Че, надо идти хп? Это Никс. О, еще и клок без байбека. Ну нажми же Blade Mail! Без байбека. Блин, он сразу бы нажал Blade Mail, возможно, петух погиб бы. Пока не крит. Крит, крит.
Крит. Был крит. Видел, что с ним стало? Нет, там крит еще мог вылететь в Эмбер, он бы тоже сдох. Ага. Я говорю, сатаник на SF вам выиграет игру. Да. А это айсберг может. Может это самое. Нажать на нужных героев в нужный сейчас момент. Они без БКБ оба. Им просто надо прыгнуть в СФ и дать все скиллы. Развести его на байбэк хотя бы. Как-то так сейчас будет, я думаю. Так, и медведь второй сейчас будет. Зачем он блэкмейл купил? Это просто пиздец. Что не делает? Не, ну мне кажется, в начале то, что он купил, это юзлис полный, а сейчас с течением времени будет все лучше и лучше, это блэкмейл, конечно. Айсафа, 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 айсафа. Ну зачем, айсберг? Ой, урна сильная была. Чё это было? Нахрена так делать? Бля, как-то Рошана убить? Непонятно как. Виноват. Реально очень виноват, это очень плохо было. Если Дайра убивают Рошана, они выиграли. Все. Но там Клок. И Нага. Я за Бадьяна сейчас болею. Ну, блядь. Проебет сегодня, выиграет завтра. Ну. Нехуй такие пики хуёвые делать. Ну или остановку линии. Пик не так плохо. Да, линии они уёбищно поставили. О, медведь второй, да? Бля, они сейчас на него все сдохнут. Нет, это первый. У Эмбера вообще маны нет, блять. Так у него есть медведь. Чё один? Что вы делаете? На, нахуй. У него нет байбека. У него реально нет байбека, лол. Как это можно, не... как можно в такой игре не рассчитать свой байбек? Ну, ты привык, что 2000 голды тебе хватает, а тут новая система, как все помнят. Да. Да нет, на самом деле они просто хотели убить медведя, ну. Он даже не думал умирать. Не, я... Ну, вряд ли он думал, сейчас пойду сдохну. Они думали, что они без СФ даже драться не пойдут. А там СФ в таверне. Второй тут Клокверк Андрея включится в игру. Да-да-да. Ну, дайте блин, ему немного времени. 20-й. Но он взял стил уже. Не, ну ладно, главное, что батарейки будут станить. Это самое главное, в первую очередь. Тоже вот на 25-м. Rocket Flare True Sight. Просто фантастика. Так это против Патмы. Не, ну да, против Патмы, как бы, вот, опять же, сравним таланты. У нее до недавнего времени там гэп был 2 секунды без инвиза, остальное время вся команда вот бегает в инвизе 18 секунд. А у Клокерка, как бы, вот контра. Раз в 14 секунд, просто вот в точечку на карте любую, ты кидаешь ракетку, которая летит час. Но зато дает вижен. Несправедливо, согласен. Надо создать пипицу. Не, кстати... Надо с Клокерку на 25-м-то сделать какой-нибудь этот самый фестиваль ракет, чтобы он просто ебашил по всей карте их рандомно, знаете. Как Кунка корабли пускает. Ну, тип того, да. Клокер просто закидывает ракеты по всей карте. Да не, можно ему заряды ракет, знаешь, Андрюх, сделать. Заряды ракет? Ну, тогда, чтобы реально спел был актуальный, надо как Катюше, чтобы он херачил штук 12, наверное, подряд. 12 зарядов, тупо, Андрюх, бомбы по всей карте запустил. Да-да-да. У снайпера с первого левела трип заряда шрапнели, а чем Клокерк хуже, блядь? Вот именно. Че, он не может там себе ракетку еще одну прикрыть? Бля, сейчас дар на очке будет, я прямо уверяю. Бам. Там сыра Егис и рефреш. Блин, ракета. Фантастический спел. Фух. Как заебал комментировать. Как люди это делают? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, сатаник близится. А разве они правильно дали СФУ? Между прочим, СФ так-то еще БКБ будет с кулдауном поменьше на 25-м. Это же тоже очень импортно. О, у него гоним на медведя. Все правильно, пошел распушивать. Мне кажется, он... Все правильно не делают. Они выиграли игру. Поспорим? Какой кайф, Роджи? Бля, на самом деле... Они я могут бы выиграть, на Рейден дал 1.6, на тех 2.2. Давай. Добиваемся? Что тебе дать? Я не играю на деньги. Вообще не во что, брат. Не во что. А как же? Вот он, блейдмейлчик. Кость. Поддушивает. Я не понимаю, о чем ты.
Закончите. Опять эта пауза. Включи байбеки, плиз. Пожалуйста, да, байбеки по роже включить. Ну сейчас пока, в любом случае, никто не умер. Сейчас Роже, давай на что-то, не на деньги. На что? Не знаю. На чем можно, кроме денег, забить? Играй с кичом на правду или действие. Я играл, в отличие от тебя. Вообще-то я тоже играл. А, я помню. В комнате там Андрея. На прошлом месте. Андрюх. Оу. Как тебе правда или действие? Нормально. Найти играем? Да. Ты отрасти бороду там. Окей. Да не, в смысле, кто не говорит действие в игре правда или действие, тот самый петуч. Против кича говорить действие. Ну да, я согласен. Вот реально, я ему, честно, никакой гадости не буду говорить. А он, сука. Кич-душитель. Хотя, может быть, и буду, не знаю, кто знает. Роже, я могу тебе шмотки на члена скинуть? СПБ. На эту свинс. На Нави? Да. Бля, предложение Блин. Заманчивое, конечно. Такое ощущение, пока была пауза, айсберг заработал немного денег. Не, у меня пизжи сет. О, медведь включил БКБ. А, это... Это Шерот. Сорочевок. Какой Сорочевок, блядь? Ну вот. Вот в такой ситуации... Край. В такой ситуации уже было бы супер круто, если бы был бы Battlecry Cooldown, я считаю. Ну да. Ты просто 20 секунд каждый прожимаешь эту фигню. На самом деле, 40 так спида это очень много. Это даешь тычку? Ну понятно, да. Он не ожидал, что до такого дойдет, он думал, что он уже проебал. Ну, да, да, есть такое. Не знаю, я бы на месте Клокерка еще бы говорил бы, сидел бы такой, типа, парни, до 25-го сейчас доживу. Ну, у меня да, там, у меня батарейки было бы, у меня бы площадка была подготовлена под этот самый, под кулдаун. На самом деле, надо, чтобы рефрешер как-то кончался. Надо шмотки. Вот сейчас баунти руны забрать, и у ТХД просто будет хекс. Ты возьмет СФ на 25-м? Я, конечно, подозреваю, ну, есть ли шанс, что он возьмет армор? Он дэмэдж возьмет. Какой дэмэдж, блядь? Поменять таланты с армор. Да не, мне кажется, вообще никакого смысла этого делать. Слишком слабо. Ну 40% кулдауна, это слишком круто. Да слишком, согласен, Андрюха. А если бы он взял на 15-м? Аура, типа, да, строение. Да, ну, и пушить. Да, я об этом тоже думал сразу, как только там поменяли таланты, но все-таки 40% кулдаун редакшн слишком много. Так а что, Андрюх, только БКБ. Ну, почему только БКБ? Баттерфляй ты тоже почаще нажимаешь. Сатаник, в теории, ты будешь чаще нажимать. Ну ладно, пику еще. Пику, бля, да. Я должен купить хекс с талантом на 25-м. Ну, да, было бы неплохо. И как, с другой стороны. Между прочим, у Эмбер Спирита нету... А, там у Джакира хекс. Сферы. Угу. Кстати, Андрюль бы-то подзаработал в последнее время, смотрю. Так и с вот, талантом-то. Ребят, еще вопрос. Почему дизрапторы планеты не хотят собирать себе аганим? Как это работает? Бля, получи 20-й, вот, Миша, не позорься. Реально, в какой-то момент просто, когда уже 20 минут нету ни одной драки. ТХЗ, ты правильно сказал, этот Скаймак должен был, блядь, просто вардить все, нахуя он это дерьмище купил? Кая, Бейл, все, что ему нужно, это один форстав. Все, что нужно, ну, дизраптор, да, того, получить 20-й. Получи 20-й да. левел. И просто дизраптор с огнем, это же бомба. Ему хватит. Так, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что, ну Миху одного убей. Все, ну нормально, 20-й можно шрайны забирать, отлично. Да, дизраптор огонит. Бля, ну дай поигрывай эту игру сейчас. Дай поигрывай эту. Блин, хотя, конечно, всех тут тайтом уже бабочка. Потихонечку, они проигрывают. Бабочки почти что ЛТВ, у него там слотов. Он, кстати, реально диск на эмбиде делает. Серьезно? Не Акталин, ничего, просто диск. Не да. Линкин сферу, а реально просто да, диск. Так он просто как седьмой слот, хекс, он его типа, просто да. будет менять. Кстати, да, вот диск как седьмой слот, это же очень круто, реально. Да, да, да. Он прокнулся, все заменил, нафиг его. Ну ладно, не так. Ну типа, он мог линку какую-то взять. Вот да, вместо БКБ заебись, он прокается, и ты прикладываешь БКБ. Ну, ты можешь не успеть БКБ нажать, потом можешь. Ну я подозреваю, что он на сплит-пуш сейчас все оставляет. Типа, если на нем инициируют, БКБ ему не помогают, а диск, соответственно, спасает. Да. Но не забываем то, что диск 25% к сопротивлению всем эффектам. Угу. То есть и хекс меньше действует, и все остальное. Да. Хуя себе, я это только узнал.
Вот так вот, значит, да? Поэтому он успеет по-любому БКБ, мне кажется, нажать. Не, ну я имею в виду. Так, ну и вот, собственно, тот самый Скаймаг. С его артефактами. Вот и Миша ломает хату, а это уже глифа нет. Еще раз ломает. Да не, дайр проебали. И Сарин пошел душить на медведя. Давай, что, сюда. Давай, убьете, Гира. Чего просто с сыром. 250 демеджа. Сюда так идите. Он пошел, блять, боксировать его. А, медведь, медведь сзади. Кто помает? Он а, не нет, ломает. Он ТП-шнул. Зачем? Зачем ты ТП-шнул его? Просто супер полезный медведь. Вот. Ой, он сейчас еще сдохнет там, да? У него нет нового. Нет, новый хотя бы есть. Ну, короче, это ололо какое-то. Смотри, БЗЗ тупо на пляже. Фу-ху. Он бы сломал все, что нужно. Он бы сломал топ 100%. Хотя нам элиминатор Эмбера стоит. Летят. Если они нагу без ВВК поймают? Блин, ну почему Владимир? Владимир это тоже очень хороший артефакт. Это почти лучший артефакт в доте по цена-качество на такой минуте. Но тем не менее, Аганим это же тоже бомба. Просто бомбезная бомба. Да он не фармит уже. Ну мог, конечно, сразу фармить Аганим. Так, ну чё, Бодяныч, получается, со слотами уже. Он готов критовать. Бля, да купите хекс еще один. Вот куда он редакшн в итоге взял? Короче, на самом деле, Эмбер и Скаймаг должны по фасту убить медведя в следующий раз, когда он пойдет на другую линию, а потом уже идти к друзьям помогать. Другому никак. Да. О, Скаймаг, кстати, 25-й. Это чё? О, а, 300 ГПМчика. Так у них на самом деле ГПМ вообще хороший. У Диза очень хороший ГПМ. Какая? У них сапы вообще богатые будут. Блин, реально. Когда то? 300 ГПМ, а Скаймага, так-то это... Так я помню, мы играли, мы на базе сидели, там что-то 100 минут игра была против Секрет. Там Скай против нас был. И что, он подзаработал? Пятерка. Пятерка. Пятерка Скай был против нас. Угу. А это Пупа был, да? Это когда мы лезгинку на Враскинге танцевали. Да... ДД снизу, ДД снизу, ну чекайте руны, чекайте руны. Это, кстати, рофл, вот это рофл реально. А Нага сдохла? Нага просто въехала в стройку. Так, а Ион Диск прожали у Эмбера. Бам-бам-бам, минус Стасик. Серьезно? Гиролет куда-то что-то. Как, че за позиционка? Че, блядь, происходит? Это нервы. Ой, серьезно? О, ДД, говорит, нашел. Здорово. Ну, у него есть БКБ, есть ДД, сейчас он. Еще баунти-рунку возьми для команды. Таданик на самом деле на гирокоптере вообще ёбнутый какой-то. А что ж баунти-рунку-то не взял? Из-за Аганима. Да. Почему не купит манту? Почему он не купит себе манту? Подожди, подожди. А Сатаник? Тычка с Аганима работает. Да, 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 да. Ух ты. Ой, сэр сдох. Ой, правда сдох. Да, Сатаник тычка с... Это ж как обычно тычка Андрюх идет. Я понял. Что происходит, блядь? Как СФ сдох? Так тупо. Просто подкопали и убили. У него одна секунда была до БКБ, одна. Подожди! Я боюсь перематывать, потому что у меня вылетит дота. Рейден поставили вард. И на этом варде было бита же. Он со смока вроде прыгнул. Ты уверен? Нет, но... Ну, я перематывать тоже не буду. Я перематываю. Так, тут драка, 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 сейчас скажу. Давар. Короче, видите, этот вард дерево закрывает вижен на ХГ. А его сломали. Ну, короче, закрывало, типа, он в нем был, да? СК прямо встал место, вот эту слепую зону варда. И оттуда начал кастовать. Ясненько. Ой, если он медведя сейчас убьет. Ой, да, медведя может. Так он убил его. Это... Нихуя себе там микро. Плюс 51 армор у медведя, если что. Здорово. Не повезло, конечно. О, Рошан, 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 Рошан. Нужен Рошан, Рейден. Ой, Дайром. Вот Дизраптор нас услышал, начал фармить Аганим. Нет, если чел купит на гирокоптере манту, то будет шанс выиграть. Он рапирос сделает. Но вы не можете Рошана убить, но не можете. Рапиросыч вместо Мэлштрома. Блин, вообще я не знаю, опять же, раньше вот давным-давно была такая дота, то что если у тебя в лите таком нету Владимира с Кирасой, то ты как бы уже высасываешь по дефолту. Так и мне кому купить.
Ни у вот. Кого нет нулифайера в 2018. Тоже, кстати, да. Кому купить ударом? Только СК может взять. Вот в этом плане, конечно, лондруид крутой. Только СК. Вот только он. СК, да, может. Кстати, клоп богатый делает. Стал, он сейчас тоже хеф купит. Да, Эмбер какой-то у него какой-то оформить. Что-то. У него хп мало как-то прям. Так. Да, ох, у Эмбера мало хп, что-то. Да, мне кажется, ему Октарин нужен. Угу. Октарин пиздец бы ему. Ну. Ну точно не Бладторм. Ну прям не Бладторм. Так, ребят, мне нужно сейчас немножко скалькулировать. Тут сейчас я вам скажу очень важную новость. Значит, смотрите. 30 дэмэджа с таланта, плюс 95 от батарейки. Получается. 125, значит, за перейдешь клокверка на 25-м, он делает это раз в 0,4 секунды, значит, за время 10, ладно. Стоп, хек, сколько длится? 3,5? Угу. 3,5. Так. Получается 8, короче, 9. Он Кирасу без ББК берет, походу. Я не знаю, какая кираса. 1125 дэмэджа клокерк может сделать за хекс чисто батарейками с талантами. Это мало правильными. Очень. Ну, это да. Очень мало. Они Рошана еще одного проебали. Действительно мало. Магический дэмэдж плюс резист не учитывается же. Да. Рэдиант уже... Ой, Дайр уже должны были выиграть. Да. Жекич, я болею за то, чтобы кончилась игра. Коуч Файтумун мне пишет личку. Блин, Жекич, по этому поводу игра, если затягивается, еще есть всегда фактор того, что у Radiant, ну, грубо говоря, на 5 слотов больше. Типа, Аганим всегда будет лондруид носить. Ой, Данбилк так всегда говорят, по факту никогда такого не было. Ну, потому что до этого не доходило. Вот реально, до этого не доходило. Но рано или поздно это будет иметь свой вес. Это как, знаешь, играть с алхимиком, и у тебя в теории всегда есть возможность просто аганимами напичкать всю свою команду. Ну и все равно ты можешь... Ты хуйня, пугай там... детей, блядь. Когда такого не было, реально. Возможно, это та самая игра, возможно. На самом деле, Дайр могут затащить за счет саппортов. Вот Аганим, ну, Диза и слоты, да, на Скаймаге. Да. Плюс Скаймаг соло убьет любого кора их. Глобал. Конкассив шот. Блин, глобал конкассив шот. Что это за шутка вообще разработчиков? Угу, по двоим еще с Аганимом. Ну да. Бабки тикают тупо. Тупо дизыч на базе стоит, отдыхает. Так не, по нетворсам. Вот плюс 300 SkyMag, плюс 180 диз. 150 у этого Джакира есть. У Джакира. Давайте хлая бабок, да, уже. Хлай пиздец бабок. Еще и талант на 25-м айспас. Все попадет. СК нету байбека, и у диза нет байбека, и всех убить. Ну и нет, вряд ли, мне кажется, знаю, прям так. Прям посекундно. Блин, Тирин сделал на Наги Сирене форстав. Дальше он будет делать Айон диск. Ну, пожалуйста, гоним же. Прыгнул, победил. Мне кажется, СК надо купить какой-то здесь. Этот. Нулифайер. Типа нули хекс. Нули хекс? Нули хекс. Изучу баганим, рефрешер, блинк. Так, еще что? Нага Аганим даже не собирается делать. Так да он на дизрапторе, блядь, тут, не может тут сказать? Тут Монта ОП. Пиздец Монта ОП. Пусть Эмбер покупает варды, гем, всю хуйню. Нахуй он покупает это все? Я не знаю. Кто решает? Я да. Держа, блядь, дохуй еще денег. Некуда слоты уже. Ну да, кстати, какая проблема купить просто 20 центрей? Чтобы они были, да, дизрапторы, чтобы он везде их ставил просто. Бля, ну как сатаником регенится геркоптер, это просто ненормально.
После даже без включенного. Подняем, значит, тупак вилла в тайнике. Роджер, когда запустишь стрим? На вот кемпе, наверное, правильно? Да. Все, ждем. Возвращение блудного сына. Я плохой стример. Плохой игрок. Вообще, блядь, бездарь. Ну да. А почему он муншарт не съел? А он его хочет вместо этого, Айгиса. Какой муншарт? Ты пошли. Он накормил. Стоп, он накормил друга, нет, себя У него был уже муншарт. Только что он купил, съел. Он дал медведю. Он, да, он дал мелкому. Мише, маленькому медведю, животному дал. Зайке маленькому дал. Угу. Так он и сам съел еще один. Не, у него был уже до этого. Я чекал. Да? Там меня плавит. Парни, сорян за спойлер, но это именно та самая игра, где будут ролять слоты лондруида еще. Так он максимум, знаешь, что купит? Вот у него есть рефрешер шарт, вот он купит БКБ, еще один рефреш себе. Андрюх, ну пока можно рекламу упал. И хекс. О! Не, смотри, идет дело. Так стоп, пока была идет. Игра с таким медведем. Ну, с IG втором. На каком-то, на втором инфе IG, была. Да. Да, ну вот тогда IG не было DK. Талантов. IG DK. Тогда не было талантов у андроида. Не было. Ну вот, а сейчас он намного сильнее такой. Точку, типа он себе же тоже не восприимчивый с магией дает. 3771 на 5 секунд, это типа жёстко. Кстати, по-моему, лондруид проебал в той игре. Выиграл. Разве? Выиграл. Там еще не было, по-моему, было. Они друг против друга, по-моему, играли. ДК против IG, да, играли. Ну, смотрите, какая-нибудь, Blade Mail, Доминатор, мне кажется, продать нафиг. Хотя нет, пока ставить Blade Mail, БКБ, и реально вот тоже он на хайграунд поднимается и под Battle Cry тоже базу бьет. Это же прекрасно. Лех, я смотрю на Эмбера ХП, блять, как ему с ракетки находит, сносит ХП. Мне прям страшно за него. Да, они реально проебут сейчас. Парни, 25-й клок, почти что. Вот в этот момент я говорил бы, парни, все, сейчас еще чуть-чуть, бля, я прыгаю. Фреша. Ну, он нажал рефреш, да, на Battle Cry? Да, он надо... Под Blade Mail, он там медведь. Ой-ой-ой, как развалил гирокоптер с блэйбэком, естественно, нельзя умирать. И Клокверк еще выживает. Нет, не выживает. Нет. А был бы огонь. Надо чезить. Хотя как они будут чезить без гира, бля? Они реально проебут эту игру, серьезно? Отвечаю, гирокоптеру тоже нужен Iron Disc в таких ситуациях. Вот. Да что, ну как он подставился? Но он нужен всем, мне кажется. Вот всем кэрри, которых есть БКБ, они просто перекладывают вместе с ним Iron Disc. Когда он срабатывает, перекладываешь БКБ. Ну да. Это же охуенно. Ты можешь не успеть. Так не, мне кажется, это реально выгоднее. Так ты можешь с БКБ АФК постоять, тебя убьют точно так же. А так у тебя будет шанс. Так а как он подставился? Это невозможно. Ну как невозможно? Но он подставился, умер. Мандраж. Рамзик, не у всех такие стальные нервы, как у тебя. Я, кстати, уверен, что у СК был форс, и он его просто не форсил. Возможно. Рамзик, но не у всех такие стальные нервы, как у тебя. Ну, у меня стальные нервы на БКБ такие, знаешь. Так он видит, блядь, магический хэндштоп уже, блядь. Воевает. Так хули они душат. Надо, чтобы они тоже сильнее становились, понял? Тогда точно нужно будет нажимать, как Рошан. И вот тут, кстати, Роджер, вспомни мои слова по поводу таланта на 15 уровень. Ну да. Да, сейчас он жалеет. Вот сейчас он реально жалеет, думает, блин, ну да, ну я должен был взять силу, это было правильно, это было одно. Да. Так мы ты выдали, думаешь, хотя бы одного героя ты запердит или нет? Что? Одно. Ну, я думаю, запердит в целом. Почему нет? Особо. Правда, если бы у него был бы какой-нибудь Агони, Мактарин, Шива, БКБ, что-нибудь такое, было бы попроще. Уебать он! Подкоп. У всех лагает? Да, лагает.
А там дота банит читера. Нет, я не спросил еще, но мы тут заняты другим немного. Опять же, если будет возможность какая-то в тему спросить, то я спрошу. Вот ты тупо этот понял залп. Так, я не буду спрашивать. Спасибо большое за донат в любом случае. Надеюсь, я не сильно тебя расстроил. Сейчас бы захилил, да. Ой, Саня, Санечка, Санечек. Петрин. Купи хекс на скаймаге, что ты делаешь? Тоже ион диск какой-то, да. Не, ион диск нормально, но у него стэш и вейл. Ой-ой-ой. О, что? Вот оно, бам-бам-бам-бам-бам, но никого не пердит. Там рефрешируется сафа, рефрешируется сафа. Да, это правда. Бам-бам. Так, Стасик. Стасик не выживает. Ой, лондруида убили, аганим на дизе. Где раздо? Крит. Минус геликоптер, крит попадение. Короче, айсберг тут затыкал пока всех. Не, на самом деле лондруид очень много сделал, кто имел. Ну да, естественно. Эмбер выбернулся, бля. Сейчас еще один Рошан и Радиант выиграют. Так, в итоге Сэнкинг, Нага, Эмбер байбеки. Еще кто-то байбекался. Нет? Не. А, все. Не, никто. То у да, всех байбеки есть, но кроме Эмбера, Скай, Наги. Раптор 25 еще будет. Так, а что там, кстати? Это Глимс? А он нужен? Разве Глимс? Там есть стены босса. Кинетик Филд? Ну да, блин, 8,4 секунды, это же ололо просто. Хотя да. Да, да. Кого-то так зацепить, реально пожизненно просто в клетке. Или я думал, там какой-то еще талант над Thunderstrike'ом на 25-м, но ошибся. Не, вообще было прикольно, если бы, допустим, не знаю, плюс 10 Thunderstrike hits. О, гем лежит, смотрите, всем похуй. Так, ну, если Радианта Дайра дают Рошана, они автоматом поют бали, мне кажется. Нонград и Тарасчик собирается делать. Блин, а чё не Аганим? Аганим же реально... Бля, у СК, да. Конечно, есть слот под хекс, но он уже минут 25, наверное, не может его нафармить. А вот раньше у СК была голда, вроде, на 20-м, не? Нет, хотя... Да, была голда у него. И вообще ни у кого почти голды не осталось, кроме сап. Ну, пакича всегда есть. Ну да. Так, что там, кстати, по натворцу? Купи хекс на скаймаге! Не, он реально... Отдай вейл! Чё-то он реально... Он же может, блин, этого медведя просто шотать. Хотя не, не ну, может. Ну нельзя Рошана отдавать, но не отдали Рошана. Так, у коров нету этого... У Эмбера нет байбеков, не на скай доставляет. Чего не сделает. Я ебучая нага. Yes, заебала. Бам. О. Фокс? Да. Вот он начинает запёрдывать. Давай, давай, чуть-чуть. Нонграта. Медведя, медведя, медведя. А, всё, конец сюда такой, нет? Блять, он даже скаймага не запердел. Так, ГГ. Они поебали. Да, да, да. Не, ну сейчас вот Стасика вроде подпёрдывает. Они серьезно эту игру поиграли. Да. Цирк. Ты говорил, нет шансов. А? Не, это пиздец. Да, ну Клокер, конечно, полезность его в последнем тимфайте, это да. Не, ну сразу видно, челы... смотрел. Да. Челы, которые выиграли Virtus Pro. Не, эпицентры. Он даже не перекладывает БКБ, чтобы оно никогда не лазь быстрее, смотрите. Гира. Кто на гиролёт? А, ну да. Во, приложил. Нет. Байбека нету под... В хексе. Он даже сейчас сатаником. Да, он ластилится. Видно, видно, ластилится, но... Слишком долго в хексе. Тупо поросёнок ластилился, да? Да-да-да. Ну это, кстати, какой-то рофл вообще. Вот так. ГГ. Good game, well played. В принципе, интересно.
Да, неплохо было. Но вообще должно было все на второй игре кончиться. ВП, не, сильная катка, конечно. Сильная. Что? Парни, было приятно с вами комментировать. Взаимно, спасибо большое. Завершение сегодняшнего дня, давайте. Покеда. Да, всего доброго. Давай. Да, откомментовали. Доброе. Так, ладно. Не, прикольная игра получилась. Кто МВП? Очевидно же, что Нонграта с его переделочками. Ну, вообще, не знаю, они как команда выиграли. Но, естественно, я проголосую за мидера, правильно? И, скорее всего, все так сделают. А, нет, смотрите, Silent. Воу. Интересненько. Ну, ладно. Как скажете. Так, ладно, дорогие друзья, знаете, что мы будем делать сейчас? Наверное, тестить... А, да, тестить катапульт, вот что я хотел. Го, попробуем. Так. Значит, меня интересует... Блин, вообще желательно лобби создать. С читами, пожалуйста. Так, ну поехали. Предположим... А, нет. Значит, смотрите, предположим, что... На... Так, ладно, сейчас, секундочку. Предположим, что это обычный пик, поэтому больше героев я не буду брать. Вот у нас 5 героев. Такая команда получилась, да? Как там? Ладно, сейчас почекаю команды. Так. Тут, в общем-то, ничего не надо. Мне нужна будет тележка. Так, тут по сути тоже нифига не нужно, да? Блин, а чё по... Было бы неплохо еще хоткей, конечно, иметь. Ну ладно, предположим, что это из-за ботов не получается. Так, и работает ли, кстати, дровочка? Тоже важный вопрос. Опа! Так, дружище. Как... А, нет! Они не могут... Она не может купить себе то, что... Ладно, неважно, на самом деле... Боже мой, как же много ей в теории можно сделать. Это она без айтемов, у нее просто-напросто плюс 108. Если... В... Плюс 108! Блин, ее нужно разгонять, на самом деле, очень сильно. Я, наверное, не знаю, есть ли смысл обузить со всеми скиллами, со всеми шмотками, там, типа, кераса и так далее. А, вот, GiveBots. Точно, спасибо, ребята. GiveBots. Это всем? Все с баттерфляями, кайф. Более будет.
Так. 249. О, да. Так, ну мне нужна тележка определенно. Блин, сейчас если я нажму просто ауру, то крипы, скорее всего, просто убьют этот тавр. Ну ладно, он мне все равно не нужен, так что порофлим. Плюс 249. Бам. Ага. Ага. Так, ладно, сейчас мы разминаться будем. Блин, только у меня нету хоткея на Q, на этот самый, на Blood Rage. Магнус лучше Сикера? Нет, Сикер лучше намного. Так, значит, что мы будем делать? Значит, внимание. Так, вот так, 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 так. Давай души, братишка. Блин, как тележку сделать? Гоним, а, гоним инвокеру, да, наверное, нужен. Так, стоп. Ультимейт скептер. Кайф. Так, ты уверен, Сноуансер? Просто скептер. Теплет. Ну ладно. А, ну стоп, она должна быть лондруидовская еще. О, ну как раз, короче, появились. По сути, все норм. Так. Ладно, сейчас попыточка номер один будет. Ага, ага. Так, ладно, работаем дальше. Не, сейчас я ее пробафаю, пожалуй, она просто сломает все. Отлично. Так. А, я еще это не дал штуку, да? Ретард! Ретард! Ретард-алерт! Блин, я не думал, что он так быстро сдохнет. Так, ладно, но мне надо узнать, с каких... с каких ударов она сломает.
там, сейчас посмотрим, как там юниты сделать. Так.